Австрия является одним из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси, играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики нашей страны, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Мы констатировали, что только за прошлый год Австрия инвестировала в Беларусь свыше 300 миллионов долларов. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение взаимодействия с Австрией по всем обозначенным и другим перспективным и инновационным направлениям. Мне очень импонирует, что, несмотря на свою молодость, австрийский канцлер глубоко погружен в торгово-экономические отношения Беларуси и Австрии и хорошо владеет вопросами экономики. Это не просто были политические обсуждения или рассуждения мои с канцлером Австрии. Мы прежде всего говорили об экономике. Мы договорились с канцлером, что вопросы углубления экономического сотрудничества будут предметно рассмотрены сегодня на встрече австрийской делегации с премьер-министром Беларуси и членами правительства Беларуси. Я хотел бы в заключение пожелать Себастьяну самых значимых успехов в его дальнейшей деятельности и очень надеюсь на продолжение наших контактов и поступательное развитие белорусско-австрийских отношений.